Первый вратовальник у городе. Квест-гульню под такой назвой провели работники Гомельского областного управления МНС совместно с городским отделом по надзвичайных ситуациях. Мероприемство прошло в межах первого этапа республиканской акции «Безпека у кожный дом». Мета – навучание людей основам безпеки життєдіяльності и деянням у випадку надзвичайної ситуации. У квест-гульні приняли удел 4 команды по 5 человек. Это пожилые люди, которые наиболее часто становятся ахвярами надзвичайних ситуацій. Каб дойти до фінішу, им треба було переодолеть 7 этапов. Например, виклик экстренных служб, где команда повинна была вирішити ребус, затем правильно викликать службу врятування. И еще один этап – пожар. Удельники рассказали, как правильно справиться с огнем, когда начал искрить электроприбор. По завершении квест-гульни были подведены выники. Усе команды справились с выпробованиями меньшим за 10 хвилин и отримали корисные подарки. Рунки АДМНС.